Всем привет! Здесь поговорим, как или какую выбрать вам операционную систему. Все дело в ваших потребностях. Если ваши потребности находятся в розовом списке, то есть просто посмотреть, походить по интернету, проверить почту, поговорить по скайпу с друзьями, фильм какой-нибудь посмотреть, скачать его, просмотреть, поработать в офисе, там в электронных таблицах или в текстовом редакторе, то практически на 100% у вас здесь будет удовлетворять Linux. Многих отпугивает, потому что люди не знают, когда попадают на главный сайт, во-первых, он идет на английском языке, а во-вторых, люди не знают, какой выбрать себе дистрибутив. Вот запомните всего лишь два слова для начала из английского языка. Home, page, домашняя страница. Вот когда вы на нее попадаете, значит, то перед вами все вроде бы как по-английски непонятно. Вот ползунком идете вниз и смотрите. Рейтинг операционных систем Linux за последние 6 месяцев. Вот можете сделать себе за год. Нажать на обновить, refresh, и посмотреть. Вот на первом месте идет лидер. Люди не зря это, как говорится, считали, писали и так далее. Mint действительно пользуется самой высокой популярностью в мире Linux. Дальше. Идете, вот словечко. Major Distributions, основные дистрибутивы, или так называемая десятка дистрибутивов, которые пользуются наибольшей популярностью. Вот, пожалуйста, у вас Linux Mint. Значит, вы, значит, идете на Linux Mint, можете сразу пойти на домашнюю страничку, выбрать какую, Cinnamon, Mate, KDE или X-Face. Я рекомендую только X-Face и Cinnamon. X-Face хорошо работает даже на старом железе. Ну а Cinnamon-чик вообще прелестная штучка. Эти две недоработанные. Или можно попасть сразу вот сюда на страницу загрузки. Написано Download. Вот третье вам словечко английское. Загрузка. Нажимаете, попадаете вот сюда. Вот тоже вам, пожалуйста, выбор. На 32 и на 64 бита. Или Cinnamon-чик, или XFCE. Вот вам и весь, как говорится, этот мудреный путь. А людей, значит, отталкивает то, что они, когда попадают на главный веб-сайт, на главную страницу, перед ними, значит, идет масса дистрибутивов, которые каждый день поступают, и они пытаются там разобраться вот именно вот с этими. Не смотрите на них. Это у них текучка. В мире Linux их масса. Дальше. Если вы заядлый игроман, покупаете там DVD-диски, играете в игры, или вам нужны какие-то там по работе, там навороченные редакторы видео, там или изображений, там или аудио, и они есть только в винде, ну так, господа, пожалуйста, идите в винду, ну это самое, работайте на винде или на маке. Просто хочу сказать, что 90-95 людей на всем земном шаре, им практически нужна только вот эта вот розовая полоска. 90-95%. Если у вас потребности, как говорится, выше средних, а кто вам запрещает? Пожалуйста, для вас есть винда, есть Macintosh. Для винды, значит, могу посоветовать следующее, чтобы не нахвататься вирусов, троянов и всякого этого барахла. Значит, есть, значит, хороший сайт. Я его, этот сайт, значит, практически, вот он, называется No Name Club, клуб без имени. Заходите, все по-русски, регистрируйтесь. Значит, и два хороших автора. Первый, значит, вот этот вот человек, Монк Рус. Он делает великолепные сборки. Вот восьмерка у него. И он сразу дает ссылочку на
NoName Club.me. Идете на NoName Club.me. Вот, значит, самые разные сборки есть. Ну, вы выбираете Monk Rus, вот, вот этого господина, потому что у него наиболее тщательно сделанные сборки, как говорится. Скачиваете линк и ставите себе, как говорится, там сборочку. Или прямо вот отсюда выходите. По крайней мере, чистота вам гарантирована, потому что автор, он очень такой тщательный и хорошо все это дело делает. Вторым автором, тоже неплохой автор, это Кролик. Он тоже делает хорошие репаки, но отсылает вас скачивать на платное хранилище, поэтому нужно скопировать название его репака и поискать его, опять-таки, бесплатно на NoName Club. Ну, что он еще любит делать, значит, всегда смотрите, когда ставите его репаки, он любит делать такую штучку, установить мою там стартовую страницу, там вот такое-то, всегда снимайте галочку с этой, с этого, так сказать, ненавязчивого предложения. Зачем он это делает, он, я не знаю, но вот есть у человека такой бзик, значит, хочет он... чтобы у вас была стартовая страница, которую он предлагает. Вот, просто снимайте галочку и все, и продолжайте дальше. А так, сборки он тоже делает хорошие. Вот в двух словах практически вам и весь сказ, как выбрать себе, значит, операционную систему. Но бывают в жизни случаи и посмешнее. У меня, значит, в основном на 90-95% меня удовлетворяет Linux, но у меня есть пару программ бетинговых, заточенных только под Windows. Поэтому мне, значит, приходится просто-напросто держать у себя и никуда от этого не деться раздел с установленной Windows. Вот мой жесткий диск, пожалуйста. Вот у меня видно, что, значит, 100 гигабайт у меня отведено под Windows, занимает она всего лишь 27. Дальше у меня стоит английский Mint. Стоит у меня, значит, X-Face. У нее очень уж прелестные штучки можно вытворять с панельками. И, значит, половина, значит, жесткого диска у меня отведено, значит, под хранилище данных там всяких. И отформатировано в формате NTFS. Почему? Потому что этот раздел видит и Linux, и Windows. У меня и головной боли с этим нет. То есть проблема, значит, решается таким образом. Основную свою работу и так далее я делаю в Linux. Но если что-то мне нужно сделать специальное, я, значит, заскакиваю на Windows. И, значит, делаю на винде все эти вещи. А все эти там вайны, Play on Linux, кроссоверы, поверьте моему мнению, просто даже время на них не теряете, только головную боль заработаете. Вот таким образом. То есть очень все просто. Все зависит от ваших потребностей. Если вы, а таких как вы, 90-95% на всем земном шаре, ну и зачем вам тратиться, что-то там покупать, когда просто взяли, поставили и работаете. Вот. На моем блоге, да заради бога, все по полочкам разжевано, можете посмотреть. Сейчас я поубираю все это дело. Вот. И, значит, откуда качать подробно, и загрузчики, и проверка, и запись, и можно готовые сборки скачать. Вот три первые сборки, значит, можно скачать из моей кладовочки на Google Drive. Вот, уже настроенные, все, взяли, записали и пользуетесь флешкой, как говорится, на здоровье. Уже работающая операционная система. Даже ее ставить на компьютер не нужно. Понравилось, да ради бога, взяли и поставили и на жесткий диск компьютера. Но мои сборки, они все работают с флешки, как говорится, и уже настроенные. То есть вот таким вот образом. Все зависит в первую очередь не от того, что там Windows плохая, а Linux лучше. Или Linux плохой, а Windows лучше. А от того, что вам надо.
Потому что одна система хорошо справляется, значит, с основными обязанностями, другая, значит, хорошо выполняет другие. А вы, вам выбирать. А если, как говорится, у вас потребности и там, ну, значит, вам сам Бог велел иметь там две или три операционные системы. Вот и все. Но если у вас 90-95%, значит, занимает, извините меня, вот все это дело, ну, такая, что тогда ломать голову? Не надо покупать никаких там платных антивирусов там и антитроянов там и прочее. Ну, оно все у них работает, у них чистые источники у Linux. Они свои репозитории, дай бог, как проверяют. Ничего туда, ну, никакой дряни не запускают. Вот. А, значит, на винде, значит, ну вот у меня за долгие годы, значит, вот появились, значит, три ссылочки, значит, у вас есть. А проверьте, посмотрите, по крайней мере, значит, этот веб-сайт и эти люди, они серьезные, они дурью не занимаются, не подкинут вам какого-нибудь там бяки. Вот. Насчет Макинтоша вообще говорить не буду, потому что я практически с ним не сталкивался. Вот. Пару раз там пробовал, мне не понравилось, там что-то, по-моему, там у них там или одна кнопка на мышке была, там, или еще что-то там, что-то давно это было, я уж не помню. Ну, пробовал, как-то раз потыкался, мне не понравилось. На любителя. Ну и плюс, значит, Макинтоши, они баснословно дорого стоят. Вот. Значит, вот таким вот образом, никогда не запаривайтесь. Для Linux, вот они просто по-глупому сделали, что человек к ним, когда попадает на сайт, он, значит, увидит массу этих дистрибутивов, и у него начинает потихонечку съезжать крыша. Он начинает думать, да что же это такое, ну, а как тут выбрать? Да вот так вот. Просто идете, значит, смотрите по рейтингу, выбираете все, что вам нужно, берете напросто, просто-напросто, и скачиваете, и будет вам, как говорится, счастье. Ну, вот практически и все, что я хотел сказать.